Можно ходить в церковь с сердцем лукавым, в небеса же с таким не войти. Можно быть проповедником ярым и весь мир для Христа обрести. Можно ездить по миру в режиме суетном, видеть страны и тысячи лиц, но а в сердце ропща и мечтая о тленном, не заметить, как катишься вниз. Можно многих учить о добром и светлом, самому же так вовсе не жить. Миллионам людей стать от Бога ответом, только в мыслях тихонько грешить. Можно петь так на сцене, чтоб плакали люди, и к духовным себя причислять, но прожить и совсем не понять Божьей сути, как овечкой смиренною стать. Можно ближних судить со своей колокольни и при этом ходить в пастырях. Можно маску одеть, репетируя роли, но молиться у всех на глазах. Можно ходить в церковь сердцем лукавым, только с ним не войти в небеса, если даже поститься, читать и молиться, исцелять и творить чудеса. Но не в этом параметры зрелости в Боге, не в пророчествах и не в дарах, только вера, что действует нежной любовью. Вот что ценится в Божьих глазах. Можно казаться высокодуховным, диски сотнями в мир выпускать, но а к боли чужой быть как камень холодным, ближним даже руки не подать. Это режет глаза, о Господи Боже, лицемерие маски сними. Мы хотим на Тебя быть на людях похожи, но такие гнилые внутри. Помоги нам, Господь, разглядеть себя ближе, пока мы на пути, помоги. Ты обиженных нами и видишь, и слышишь, к покаянию нас приведи. Я желаю не просто ходить путем веры, и не просто спешить в небеса, но любить так, как Ты, безусловно, без меры, чтоб Твои улыбались глаза. Я сама не смогу, Ты наполни собою, свой характер во мне отрази, обмануться не дай и надежной рукою от лукавства народ свой спаси. Аминь.